Пойдем поднимемся. Вот смотри, Саш. Что я тебе? Что это? Видишь? Равносторонний крест. Да? То ли эмблема вольных каменщиков, то ли что-то в этом духе. И рыбы. Ребята, а вот он, ребята, смотрите, крест и полумесяц под крестом. Вот тебе и крест, и полумесяц. Вот. То есть, так как нам говорят, где-то нас ребята обманывают в каком-то месте. Пошли, поднимемся. Это значит Свято-Георгиевский монастырь. Мыс Фиолент. Вот, Саша, смотри. Видишь, как оно все. Вот это, по-моему, то ли... Даже не знаю, Перуна, что ли, знак. Вот тебе крест равносторонний. То есть он строился, я так полагаю, вот это вот очень интересно, вот это полумесяц и крест, как бы нам-то сейчас объясняют, что это типа как вот это значит пещера Рождества Христова. О, тут видно желтый крест. Видно золотой. По-любому покажешь. Что тут написано? Хранитель, что ли? Хранитель Гавриил. Вот сюда.
Пошли за углой посмотрим, стороны. Только спускайтесь аккуратно, тут можно упасть. Пещерная церковь Рождества Христова. Все же без воды. Пошли с той стороны обойдем. Кресты равносторонние, что вот это, лестница, клещи. Сева, а ну-ка подымись вот сюда, раздвинь вот это, чтобы было видно. Сюда, 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 сюда. Вот, вот тут, вот так. Не рви, не рви. Она тут. Там какой-то буйвол, буйвол или бык. Так, ладно, пошли. Птица. Саня, что, пойдем? Да, посиди. Христос. Ничего не убила, голова покатила. Типа Грааль. Закрыто.
Ну, пойдем. Мы хотя бы спасли фотографии с вами. Потому что ты ходишь, мы пошли домой. Папа, мы домой пошли. Пошли, пошли. Выход с другой стороны. Не надо. Ну, Воронеж. Пойдем? Да, пойдем. Только выход с другой стороны. Что это? Не трогай. Пошли. Пойдем. А мы вон туда еще сейчас ходим. Что вы такие мерзляки? Сейчас походим, поснимаем и поедем. Так, не стани, а то я тебя на YouTube выложу. Как ты стонешь. О! Хо! Ребята! А вот вам и дождь бог! Вот они, ребята. Саня, нашли мы. Вот они. Львы, которые на Дмитриевском соборе во Владимире. Рядом с Дачь Богом. Вот они, ребята. Что написано? Ника. Иисус Христос. Ника. И виноград. Уж не Дионисий ли это случайно? Ну-ка. Погоди, как погоди. Пошли дальше. Ну тут нет ничего. Что?
Сева, хватит ныть, сейчас по башке дам. Батюшка на Hyundai Creta. Ну а что? Это чтобы быстрее до Бога добраться. Пошли.